На открытие садика Мирон Прокин пришел с мамой. Мальчику исполнился всего 1 год и месяц, а он уже получил путевку в дошкольное учреждение. Как только зашел в ворота, сразу тут все посмотрел, рулит на машинках. Вообще очень нравится. Все так по-современному, безопасно сделано, покрытие, все, песочек. Здорово. Да? Нравится? Детский сад построен по нацпроекту «Демография». На это из бюджетов разных уровней было выделено 630 миллионов рублей. Вот садик построен, во-первых, в срок, во-вторых, качественно. И мы с удовольствием наблюдаем этот парк детства, этот прекрасный, разноцветный, многофункциональный детский сад. Главе региона и мэру Хабаровска по садику устроили экскурсию. Учреждение рассчитано на 190 детей. Есть даже 4 ясельные группы, готовые принять воспитанников возрастом от 2 месяцев. Вся техника новая, современная. У нас есть пароконвектомат, плиты, котел, сковорода, мясорубки, универсальный противник. Сковород хватает? Хватает, конечно. Также детский сад оснащен сенсорной комнатой, где специалисты смогут заниматься адаптивными методиками и психологической разгрузкой детей. Мы с мэром тоже к вам будем вечерком проходить. Я буду только рада, если вы к нам придете. В ближайшее время здесь заработают секции и кружки. Тхэквондо, ритмика, рисование, вокал. Уже оборудованы спортивные, музыкальные и даже компьютерные залы. Ты дорисовываешь дерево, да? Да. Солнце, точки, так. Не знаю, как вы, я бы с удовольствием сам бы остался. Смутило Дмитрия Демишина лишь отсутствие рядом парковок. В свою очередь, жители района попросили градоначальника не затягивать со строительством школы. Глава региона предложил снести для этого соседские бараки. И для меня до зимы надо расселить вот этих кладов. Остальное мы уже с вами обговорим, какие вопросы. Просто. И ваше, Дмитрий, ваше пожелание, то есть ваше критику родителей, при застройке этого дома мы обязательно здесь с застройщиком переговорим и сделаем карманы для парковки автомобиля. По словам мэра, на сегодняшний день в Хабаровске все дети старше 3 лет обеспечены местами в садах. Кроме того, в планах администрации до 2030 года построить в городе еще 17 учреждений. Самым крупным станет сад по улице Шатова на 320 мест. Ольга Горбунова, Виктория Барсукова, Павел Павлов. Для большого города.